101. Сводка пожаров и происшествий. Будьте бдительны. Ночью 8 июня в Центр оперативного управления ГРЧС сообщили, что горит дом по адресу улица Жукова, 17. В 3 часа и 9 минут пожарные спасатели прибыли на тушение пожара. Спустя 40 минут пламя потушили. Как оказалось, хозяин жилого дома проживает по другому адресу. В горящем здании обнаружили его сына в бессознательном состоянии. Бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационное мероприятие, но в 4 часа утра мужчина 1977 года рождения скончался. Причина пожара устанавливается.